Всем привет, с вами JS. Ну что, у нас последний рубеж. Наверное, сегодня мы все-таки узнаем, чем все это закончится. Так что, не будем распинаться. Мы остановились. Мы сбежали из этого алтаря, по-моему. И откуда-то мы сбежали, короче. Там была какая-то адовая ебатня. Я сбежал, меня проглючило. По-моему, до сих пор глючит. Сейчас посмотрим, что к чему. Мне кажется, мы опять вернулись в Нев. Может быть, теперь там открылась лаборатория, мы сможем приготовить о гриппе. Долбанное зелье, что-то там надо. Так вот, окей. Здесь я отключился. Так. Посмотрим. Там кто-то ра-ра. Что-то можно. Не знаю, если я... ничего нет, а у меня что-нибудь есть. Так, у меня есть все сферы. О, господи. Так, оттуда я пришел, на всякий случай. Ох, что со мной творится? Не, в темнице. А, это мы из темниц. Ага. Это все лишь камень, ёпта. Так нечестно. Так, что здесь? Что с моей мышкой посмотрим творится из этой игры, я не знаю. Так, нафиг. Что? О-о-о! Да что с тобой? Что? Убить? Нет. Я не собираюсь... Ага! Оно некуда тратить больше. Оно и до сих пор еще валяется, окей. Тут, по-моему, все преобразовалось. А-ля Silent Hill. Так, если здесь будут какие-нибудь камни. Я угадал, он теперь все в жаже. Так, окей. Сюда я пришел. Там завалено, соответственно, остается одна дверь. Что, пойдемте в нее. Ой, когда же закончится, господи. Я могу ходить по жаже? Хуй знает, короче, окей. Уйди. Что, у меня кончилась масса? Блять, как... Да уйди ты отсюда, господи. Ну, окей, я так вроде вижу. О, не, так плохо видно. Что происходит? Я поставлю, чтобы он привык. Это что? Не, так серьезно, не смешно. Да, блядь, там что-то шипит, я не вижу ничего. Окей. А, все, это лестница. Так. Не, так совсем хардкорно. Сейчас какая-нибудь хуйня... Нельзя зажечь, ты, господи! Ну что за дурацкие факелы, у которых нет факелов? Я хочу чиркнуть. Блять, куда я иду, господи? А, это бочка. Так, 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 так. Мне же... Я хотел посмотреть, открылся ли лаборатория, что ли? Блять! Ты чё, охуел, что ли? Пошла нахуй. Где я? А, о, кажется, нашел лабораторию. Так, у меня что-то там порезали, помню. А, ну окей. А, все, дверь раздолбалась. Так, вот лаборатория, окей. И что нам делать? Так, все, нужно что-нибудь осмотреть. Да нафига мне столько трудней, когда мне что зажечь? Отвали. Не мешай. Так, что? Че, больше нет? Что это? Какой-то плен. А, может там что-то еще все-таки было? Потому что я что-то не знаю. Что делать-то? Ну я же боюсь. Так, надо что-нибудь рандом попробовать. Типа вот этого. По-моему, это конечно из печи идет шар. Какой печи, чувак, о чем ты? Так, что-то нагрел. Ну, допустим, положу свою ядовитую хуйню. Нет. Положу свою банку. Окей. Какой-то прогресс. Да-за-за. Не готовый эликсир. Что? Может, я нужно сюда поставить? Окей. А, окей. Наверное, ядовитые штуки. Нет, тогда кость. Я больше не вижу смысла. Так, окей. Закрываем. Дергаем. Что там, с кости сейчас преобразуется какой-нибудь. А, не готовый эликсир. А куда яд-то девать? Сюда, что ли, куда? Да крутишь ты ее.
Не стоит туда вжиться, пока не установлю емкость для ее сбора. Наверное, так. Окей. Ой-ой-ой, что с собой? Крутись, давай. Сейчас поможем закинуться о гриппе, это же будет охуенно. О! Эликсир Вейера. Так, здесь вроде закончили, пойдем к гриппе. Если он еще, конечно... Там! Блять! Ну, я же ночью играю, совсем ночью, сейчас часа три, наверное. Не надо так делать. Блять. Так. Я тут, чувак. Как сам? Не, я норм. Я услышал, как обрушил солдат. Но это норм. Похоже, проход в лабораторию. Спасибо, Кэп. Ну окей, так, не напороться. Ты чем поменял? Да не хочу. Слава. Окей. Слушай внимательно, мой мальчик. Хорошо. Сперва напои меня. Напои меня, окей, нет, что не... А дальше что будет? Меня плохие мысли. Когда эликсир сработает, ну? Ты сможешь обезглавить. Что? Не убив. Ты съебанулся, дед? Затем возьми мою голову и отнеси к вратам, которые Александр открывает в святилище. А если я не хочу? О чем ты? Почему ты не войдешь? Ну потому что я не хочу, чувак. Нет времени. Нет времени объяснять? Ну так не пойдет, чувак, это самая банальная отмазка. Ладно, хуй с тобой. Нахрен я не зря его тогда делал. Окей. Чё все цензурит-то постоянно? Я хочу видеть, как я его обезглавлю. Чё? Обезглавь меня! Чё? Как? Как я тебя обезглавлю? Итаниэль, что бы ни случилось, пронеси меня через врата. Чё? Как тебя обезглавить, чувак? Мои веда. Так. Так, кажется, я что-то не взял. Вот там я что-то. Блять, масла-то нет, я хуй знает, как там что делать. Наверное, какой-то ножик нужно найти там, или типа того, чтобы его... Потому что я что-то там пропустил, потому что я там вот нихера не понял. Тут это жажа! Блять, ебаная эта хуйня! Может, здесь что-то лежит? Чувак, у меня тоже сердце стучало, но я не могу ничем помочь, у меня масла нет. Блять! Тут что-то ничего не видно, по-моему, и ничего нет. Я сейчас застряну. Окей, я поднимусь обратно. Может, я что-то там забыл? Как обезглавить этого придурка? Ладно. Я поднимусь. Долго в темноте подниматься очень, но вот так. А тут тупо это. Тут дверь. Окей, тут я зажег. Может, тебя отодвинуть можно? Нельзя, но я могу крачиться. Может, тут где камни были? А, что? Да нет же, это какая-то фигня. Сюда, к сожалению, нельзя. Блин. Что? Туда я пришел, по-моему. Тут ничего нет. Никакого ножика. Даже намека на ножика нет. Ножик, хуёжик, блядь! Или что там нужно? Чем можно там отрезать голову, не знаю даже. Ножиком-то я сомневаюсь, но в игре это возможно. Уже какая-то пила, блядь, или типа того. О, тут была какая-то трудность. Да что такое? Я хочу туда. По-моему, зря я сюда возвращался. Здесь какие-то хрени. Ладно. Похоже, грипп придется тебя кинуть. Потому что я не знаю, что с тобой делать. У меня нет ничего такого, чем я мог тебе. Если я вот так вот пойду. Что? Блять. Лол, что? Что со мной? Еле живой? У меня дохуя опиум. Так что окей. А, ну это скоростной спуск был, окей. Но я должен был проверить, куда я упаду. Тут больше ничего нет. Что такое, а? Блин, я к такому жизни никак... Да и ничего нельзя зажечь. Так, вот, стоп. Тут нужно пробежать, чем я все равно меня ёбну. А, нет. Надо же. Здесь я все сделал. Точно нет никакого ножа. Чуваки. Чуваки, блин. Может быть, он там. Окей. Там же все поменялось. Возможно, что-то мы найдем. Ёбаный лопат зато остался. Их немного осталось. Че? Иногда они поглощают сами себя. Ладно, что и здесь? Раскалываются, есть и... Какие-то хрени.
О! По-моему, это подойдет. Точно, пила. Блин, я гений просто. Окей. Сейчас мы тебя обезглавим, чувак. Окей, окей, как скажешь. О, теперь норм. Летать. О, господи. Это там рвет Даниэль или кого? Привет. И что ты мне теперь скажешь? Она сломалась, короче. Ну почему? Ждать смутные сомнения? Ладно. Разберемся на месте. Так, а что здесь теперь? Так. Что там, первое? Там была какая-то дверь. Как все тут стало неприятно. Совсем неприятно. Она... А локацию? А. Ну, тем лучше, в принципе, для меня. Масла тут нет, случайно. Дайте масло. Чуваки. Да это какие-то дурацкие склянки. Мне нужно масло. Сволочи. Я все истратил масло на беготню, а то... Блять. Все, нахуй я пошел отсюда. Не. Я пошел. Пошел. Так. Здесь что у нас? А-а-а. Прикольно. Там такая же ебатня. Блять, в темноте очень охуенно. Что? Что? Сейчас спиной попробую. Там, по-моему, завалено. А нафига здесь такая? От чего свет из... А, от грибов, что ли? Ничего нельзя взять. Не, там что-то воровать. Все. Похоже, нам остался идти только к алтарю. Как я понял, вот где-то вон там вот. Зачем здесь увидел, господи, кроме жажи. Ну, открыто. Значит, я угадал. Ага, теперь я знаю, что в камерах теперь... Блядь. Что? Блядь, это... Кто ходит? Чё? Да чё? Я хочу сюда. Нихуя нет. Но я должен их еще раз прочекать. Я верю, что там что-то должно появиться. Блядь. Что такое? Какие-то... Бля! Нет. Окей, там еще тут две камеры, там наверху. Блин, я иду чисто на ощупь. Вам, конечно, будет лучше все видно, когда я осветлю видео, но... У меня тут полный пиздец. Наебали, короче, я так и знал. Этой игре нельзя доверять ни в чем. Но я поднимусь. Блять, я же поднимусь. Я лестницу не вижу, поднялся, блять. Окей. Мне нужно хотя бы одно масло. О, спасибо, блять. Я подозреваю все. Я как собака подозреваю. Блядь. Окей, здесь можно. Или тут тоже можно пройти? Я наебу систему. Я сказал наебу систему. Похоже, не получится. Ну хотя за масло спасибо, господи. А здесь точно ничего больше нет. Все, пошел к алтарю. Что со мной будет, хуй знает. Где это? Вот, все. Похоже, скоро будет Final Countdown. Я уже чувствую. О, ну какая-то баба бегает. Всю жизнь он считал себя хорошим человеком. Ужасные вещи творили только плохие люди, как Генри Бедлоу, школьный хулиган. Но теперь он знал, на что способен он сам. Если это про Даниэля, то... Шизофреник намного способен. Так. Нам туда, наверное. Что? Что? Е-е. А вот эти... Hello, stranger! What are you buying? What are you selling? Ха-ха-ха-ха. Не, у меня так не получится, как у торговца из Resident Evil 4. Но вот эти фонари на нем мне напоминают. Факел, точнее. Ну или Гарри Поттер, Кубок Огня, но это плохая ассоциация. Так, Блять! Ты что? Ты охуела? Блять, и куда мне идти? Так, по-моему, вот эта хуйня меня ебанула. Пойду налево, да иди нахуй! Что там у меня, кстати? Блять, хорошо я опиум не юзал, окей. Какие-то хуйни стали, от них никуда не деться. Так, что здесь? Что-то все поменялось как-то? Да! Ты что? Блять! Я убегу! Прыжок! Она тебя там заблочит, короче. Блять, сука. Зато теперь его, наверное, не будет. Продолжайте, блядь, сами продолжайте. Где меня остановят? Отлично. Бать, тараканы, что, у меня так все плохо, что ли? Легкая головная боль, ну и хули вы.
Чё у меня там, кстати? Мелкий порез. Эту хуйню вообще может как-нибудь избежать, а? Прыжок. А, окей. Теперь тебя там не должно быть. Ведь правда? Блять. А, окей, все. Хорош такой читерский способ в этой игре. Сдохнуть его больше не будет. Записка. 18 августа 1839 года. Кем я стал? Да. Девочка сбежала. Я гнался за ней. Догнал ее и многоточиями. Это пугает, Даниэль. Сколько стоит жизнь? Ну хуй знает. Сколько заплатить? Сколько жизни я заберу, прежде чем отдам свою? Хочешь убийцу, но я не вин, чтобы спасти. Я готов. Я хочу сейчас услышать экспрессию в конце этого продолжения. Он должен сорать, чертов убийца! Убить невиновного, чтобы нет? Спасти себя? Фу-фу-фу. Чертов убийца! Ага, ну я почти угадал. Так. Еще одна трудница. Ведро смолы. Нахуй мне. Может быть, тебя скомбинировать? Блять, да нет же, хотел. Иди отсюда. Не понимаете мою фишку. Ладно. Так, тут какие-то опять механизмы, по-моему. Да ебать тебя в рот, уёба! Блять, не буду больше ходить к Жаже. Наверное, нам пока что туда. Я знаю, что там может больше пойти направо и прямо, но пока... О, как я угадал! Что? Ну да, если бы я взялся, наверное, нужно туда скачать смолу. Голову, короче, кинуть. Короче, вот... Блять, тогда хуй знает. Вообще что-нибудь есть? Не знаю. Блять. Чё то кинуть-то надо? Я же не знаю. Может, что-то резерально нужно туда кинуть? Чё кинуть? Кидать-то нечего. Ну, какую-нибудь там... Вот эту вот ебатню. Молоток. А, ну я, в принципе, я догадался. А что еще-то? Да я больше никакой ни коробки там, ничего нету. Ладно, придется на это тащить, видно, коробку. Вот оттуда. Там должны быть коробки. Или типа того. Да-да-да. О, окей, я угадал. Ну что? Хэдшот, сучара. Что за ебатня? Эй! Так нечестно! Какую еще тебе нужна коробка-то? Блять. Такая вот что? Попробуем. Попытка номер два. Окей. Че так медленно с ней идешь? Она типа такая тяжелая. Блять. Окей. По-моему, я ебанулся там. Да. Музыка странная пошла. Так, ну, я ее ёбнул, окей. С двух ударов, но... Окей. Там что-то воет нехорошее. Так, и что теперь? Наверное, нужно возвращаться к этим развилкам. Так. Направо что-то мне последний не везет ходить, так что... Я, наверное, пойду прямо. Не рычи мне там. Что? Так, и научился тебя наёбывать. Это не пропасть? Нет, окей. Далековато что-то, ну ладно. Надеюсь, я был прав. А, тут даже не локация, блядь. О, откуда электри... А, ну да. Откуда, блядь, электричество, если везде свечи? Что за хуйня? Что? Гладкая. Ну, голая, сомневаюсь, что нужно поставить. Наверное, все-таки суд. Что-то я там заблочил, да? Чё? Что же еще тут делать? Ну и что? Есть округлая выемка. Собираем сферу, что ли? Ага. Ну окей. Блять. Надеюсь, она сама соберется, правда? Ну вроде никак пропадает, значит сама соберется. Ебать, сейчас будет что-то грандиозное. Ебать. На нахуй. Блять.
Вот она за мной пришла. Ебать! Не-не-не, зажигаем! Нужно светло, светло! Бати хард! Блять, что? Она поглотила себя электричеством. Ну окей. Чё такое? Да чё ты пугаешь меня, а? Ахаха. Окей. One step closer. To the end, блять. Вид ее мертвого тела повредил его рассудок. Он попытался отвести взгляд, но не смог. Вместо этого он упал на колени и начал молить ее о прощении. Тряпка! Так. Что вниз, что ты вниз, мне это, блядь, не нравится. Так скоро к ядру земли спустимся, наверное. I've got a bad feeling about this. Чё такое? Окей. Фу. Хорошо, я не просто. Ну почему? Да что там будет? Да, да. Пробьёшь ты дверь, не пробьёшь ты её. Ее. Так. Тут закрыт, по-моему, намертво. Что? Что там стоит? Пишешь? Даже интересно. Массивная дверь, найди способ открыть ее. Дайте ты. Так. Так. Нахуй, пойду по старым правильным способам налево. Может, мне повезет. Что? Он сейчас сам так дернул, я ничего не делал. Что такое? Окей. 19 августа 1800. Я не виноват. Я прочитал этот гад, ампутировал. Ой, господи. Он сыграл на... Да! Александр, плохой! Чертов манипулятор! О, какая экспрессия! Я просто приму смерть, пока он овладевает величайшей силой во вселенной! Чересчур. Клянусь, я убью тебя! Да, сука, да! Жаль, что день не достал и меня в Лондоне или в Алжире, тогда ничего бы... Все, я жду смерти. Ну же где экспрессия? Ну все, нет смысла читать. Сереть, бой, мы стирали. Ты хочешь суициднуться? Да хуй там был. Это будет... Что так здесь... Там много концовок? На самом деле, да, я узнал, что здесь много концовок. Ну, в принципе, на это как бы намекает глава Агриппа. Я не знаю концовки, но я знаю, что их здесь несколько. Окей? Окей. И возможно даже... Я раньше думал, что... Тут нельзя как бы отгружаться, загружаться, но перед этим летсплеем там есть менюшка загрузить для идиотов типа меня. И там сохраняется она, правда, автоматически, но сохраняется. Так что, в зависимости от того, какая сегодня будет концовка, сегодня, ну, сейчас, когда я дойду туда, куда-то, возможно, я потом отгружусь и покажу все-таки все сразу. Не знаю, сколько их там будет, может быть, 2, может быть, 3. Окей, что это? Что? Я просто... Светло, нам нужен свет. Все, нахуй трутиться уже не нужно. Окей? Еще не хочется зажигать. И что? Че я сделал? Ах, о, прикольно. Колба. Что? Давай то голову бросим еще. Че-то я сделал. Что, блять? Эй, воу, 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 полегче. Полегче гравитация. Что? Скажи, как у меня сердце остановилось. Охуительно! Вы хотите... Ура, ты встал, надо же, молодец. А можно еще раз сюда встать? Не, не хочу. И что у меня теперь здесь? Можно так еще раз, мне понравилось. Видно, что-то я тут активировал. Супер способ. Так, у меня же есть даже масло. Но это на крайний случай, пока здесь довольно-таки светло. Окей, наверное, теперь... Не делай этого. Да ладно, прям не делал, у меня осталась тут хуйня война. Так, здесь что? Еще одна хуйня? Окей, охуенно жертвоприношение. Давай, я хочу колбаситься. Блядь, что-то совсем хуйня. Охуенно масло достал, лол. Так. Давай, вставай, а. Ну, мне так неудобно, чувак. Мне голову неохота вертеть, о. Вот тут что-то даже... А, это опять она. Я на всякий случай еще раз проверяю, может быть, что-нибудь. И здесь зажгу. Окей, чтобы было везде светло. Я же определенно сюда вернусь. Ну да похуй. Так. Блять, жажа выросла. Жажа выросла! Блять.
Нахуй вас все, уебки! Я пошел. Что со мной, кстати? Я же живой, окей. Так, стоп. А, успел. Окей. Пути назад нет. Что это такое? А, зал сферы. Похоже, сейчас свершится чудо. Или наоборот, не свершится. Если бы не Александр, он был бы невиновен и умер бы невиновным. Окей. Все. Ну. Че ты за баба там показываешь? Ебать! Какая-то футуристическая шняга. Придешь ты или нет? Что, что-то можно крутить. Можно я крутить. Вижу, Агриппа убедил тебя помочь. Как крутить-то? Теперь тебе все понятно. Ясно, я понятно? Мне всегда так. Добро и зло. Она не крутится. Такие удобные понятия. Окей, попробуем это. Но едва ли применимые в нашем случае. Он ломается. Нет, на нахуй! А. Окей. Тогда на себя. Давай! Стой, ты не... Да чё я так медленно, я же шифтом бегаю. А, на каком-то слоумо, типа. Падай, блядь, иди нахуй. Я обещал ёбнуть тебя, сука, да, а вот ну ты. Ебать, ты чё, голый мужик? Ты охуел, что ли? Ты что, вообще, я тебе не могу тебя зацензурить. Блядь, там жажа. Азаза, что? Я хочу ближе посмотреть. Ну, в смысле, как ты сдохнешь. Ебать, 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 я не хочу сюда. Что это? И что? Эй. Что? Чуваки! Это был мой величайший триумф. Ебать, что? С тех пор тьма отпустила меня. И куда мы пойдем? Нафига здесь респаунить, когда через 5 секунд гаснет экран? Наверное, так задумано. Думаешь, я боялся бежать из Брэннон? Я должен куда-то выйти. Как раз наоборот. Это я прохожусь по всем локациям. Это вот коллектор, по-моему. А. Ну куда еще у меня респаунить? Я знал, что это мое чистилище. Ты ёбнул эту ёбка? Что такого? Все, он, ну, блять, не могу пройти. Ну сейчас сам погаснешь. Фу. Так. Я не отрицаю, что теперь делать? Так. Но я заплатил цену. Я отдал им этого ужасного человека. Ну а что я стою-то? Я хочу стул. Я возьму с собой стул. Возьму с собой стул. Стул. Блять. Так, эй, вау, вау, вау. Что там, что-то нехорошее опять. Эй. А. Ну что, мы это сделали. Досмотрим, наверное, титры. Ну что хочу сказать. Из плюсов шикарная атмосфера. Постоянно чувство страха. Саспенс и напряжение. Всего такого, что не дает тебе покоя практически до конца игры. Из минусов то, что монстров мало, это во-первых. Всего я насчитал штуки 3, ну не считая, или считая даже тадовую ебатню, которая типа тумана там. А ну да, невидимая ебака, обычная ебака такая. Одногубая. И вот этот, который с такой клешней какой-то там металлический, который с одного раза ебашит. К ним достаточно быстро привыкаешь. И в основном пугает они только поначалу. Ну либо когда внезапно там где-нибудь зарычит и все, и пиздец. Приехали. Такие дела. Ну так, конечно, игра стоящая. Любителям хоррор, я начинаю заикаться, все. Это пиздец. Пройти определенно стоит. Я все-таки это сделал, хоть и очень поздно, но я не пожалел. Есть, конечно, еще много очень этих так называемых custom stories. Это, все сказать, DLC, господи, нет, не DLC. Ну, короче, чуваки сами делают и запиливают. Типа как дополнительные карты. Дополнительный сценарий. Там была в менюшке такая опция, другая история. Не знаю, может, когда-нибудь я это залосплею, но очень не скоро. Это, в моем понимании, это годик через полтора. Такие дела. Быстро приедается. Не вижу я смысла. Ну, хотя я наслышан, что есть довольно классные модификации, где там фонарь меняется на фонарик и преобразовывается там уже в наше время, а не в старину там и все дела. По-моему, White House это называется мод, не мод, а Custom Stories. Графика Наталья с... Что? А, это озвучивая, по-моему, что все русские-то, господи.
Логично. Так как я не заюзал голову Агриппы, то, наверное, сейчас все-таки отгружусь. Лишь бы вот прям был перед этой дверью, я был просто счастлив, блядь. И тогда покажу вам сейчас оставшиеся концовки, какие возможны. Но я думаю, возможно, еще голова Агриппы и... А, быстро субтитры. Лайк 271. Что? Окей. И, наверное, если стоять и нихуя не делать, то, наверное, будет плохая концовка. Но сейчас посмотрим. Я понял, что конец, чуваки. Нужно что-то нажать. Лайк, так. Окей. Так, ну что, посмотрим, откуда самая последняя сейвка. Да неужели зал сферы? Прямо так. Посмотрим, что. Да. Хоть прям перед этой дверью. Или прямо в ней, когда я уже прямо вот стою, и тут нужно Александра ебашить столбы идти. Охуенно! Ну что, посмотрим, куда нужно бросить эту голову. Ну если бы я не успею бросить голову, то тупо сдохну, тоже будет какая-то концовка. Мне что-то пока ничего не особо не ясно, непонятно, если что. Так. Пока я что-то не вижу, что куда-то можно, может быть, сюда? Эй, чувак. Да, порноактерам тебе не ждут явно. Так, что дальше? Не будем трогать, я это уже делал. Давай что-нибудь там, не знаю, эта хуйня, что она должна открыться там или что это. Ба-ба-ба-ба-ба! Что такое? Она открылась? Чё открылась-то? Чё открылась-то, я не понял. Эй! Мне просто надо в сторону так мышка дергается сама. Мне это не нравится. Но я хочу же закинуть голову. А, на все-таки сюда, ну подождем, хули. Ну и хули ты замолчал. Ёбаный ты мелкочлен. Так. Главное, чтобы меня не ёбнуло, то хуйня вот как-то так вот встать. Так на меня камень ёбнул. Ну да ладно. Я не знаю, я буду проверять. Ну давай же, эй. Эй. И долго мне еще ждать, блядь, это для слопков, что ли? Я, конечно, в каком-то смысле слоупоч, но не настолько. Сюда мне упасть, как ты синий. Синий огонь плохой. Плохой синий огонь. Так. Ну же. Да ебать, вы издеваетесь, что ли, а? Слушай, ничего не делать. Поизучай иероглифы. Э-э-зе-с-п-с. Нет, хуё у меня это получается. Блять. Скучно, чувак. Вот ты пиздел бы хоть что-нибудь, и был бы веселее. Странный финальный босс. Он, конечно, жанр не позволяет его тут ебашить с БФГ или типа того. Но все же. Что так медленно-то? Сколько же нужно думать-то, блин? Чтобы вот так вот достаточно пройти и понять, что нужно двигаться, если хотите другую концовку. Голову. Ну я хочу кинуть голову, блин. О-о-о-о-о-о! На нахуй! Окей! Окей, я понял. Что у меня там, кстати? Все в порядке? Меня ебашит, но у меня все в порядке. Блять, нужно не проебать момент. Если в следующий раз сейчас я загружусь, когда я буду делать плохую концовку, я промотаю. Во-во-во. А то это так заебись стоять. Е-е-е! Это охуенно же. Я не могу двигаться, кажется. Что такое? Его ёбнуло. Да. Валка. Ебать распидорасил. Эко его распидорасил. У меня сейчас тоже распидорасил. Странно. А-а-а! С первого удара. Эй. Это типа тоже плохая концовка или что? Сейчас послушаем. Ага. О, вот это прикольно, мне больше нравится. Буду вот типа лепесткам. Я вижу какие-то туманности Андромеды. Или что это? Ну. Помоги им. Я знаю, ты можешь. Я иду к свету, короче. Странный свет, конечно. Фибрилляция была намного проще. Что? Ну я иду к звездочкам к этим или. Не волнуйся, Даниэль. Да я всё будет мне проще уже все равно. А, окей. И прямиком в ущелье. Что? Конец, да? Так, ну титры мы уже видели, так что пропустим.
Они пропускают с пробивом, отлично. О! Там был лайк 217, здесь один 314. Так, надо записать. Сейчас, погодите. Так, там лайк 217, один 314. Так, окей. Возможно, это какой-то, может быть, иногда, знаете, запиливают в игры там всякие пароли от... Не чисто вот в игре, не коды, а там архивы, может быть, какие-то. Ну, да, надеюсь, мне это пригодится. Так, ну что? Дубль 3. Сейчас я промотаю, потому что стоять 5 минут, это скучно. Ничего придумать я сейчас уже не смогу. Короче, вернусь, когда меня заебашит. Иди нахуй, качля. Сейчас скоро вернусь. О, ебатня, ебатня, все. Я даже покурить успел, пока это все прослоупочилось. Ну, я подожду, хули, хочу, блядь, суицид. Я же хотел так суицидить всю игру. Вау. 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 Такие дела. О, прикольно. Я спрячусь туда. Ах, нихуя себе он ебашит этот огонь. Эй. Воу-воу-воу, крипи, короче. Блять, кто это делает? Ахаха, прекрати. У меня есть, короче, тап не действует, блять. Я запутаю тебя, я буду прыгать там, кататься. Перекаты укрытие за столбами. Да блять, мне даже, я хотел заюзать опиум, но не могу, потому что тап не работает, короче. А так бы я наебал этого чувака, тень там или кто это. Окей, такие дела. Без шансов. Может быть, ебашь какой-нибудь киркой там, как в Пенумбре, или типа того. Я бы его сделал. Спасибо, друг. Да нет, твоя что, бро. Жертва не будет напрасной. Окей. Тебя будут помнить. Окей. Помнить вечно. Окей. Такие дела. Ну, заставок тут как таковых и нет, поэтому вот такие вот диалоги философичные. Ну что, титры мы видели, окей. Хочу третий там пароль, что там. Ага, тур. Тир 299. Окей. Надо записать. Так, ну все. Надеюсь, это мне пригодится в дальнейшем. Может быть, я какой-то взломаю там архив. Надо зайти в папочку с игрой, кстати. Ну что, мы это сделали. Даже более чем. Все три консоли посмотрели. Хорошо, я додумал, что здесь есть загрузка. А то бы слово, что здесь. А ну вот здесь, в принципе, то она закачивается в папку с игрой, все эти custom stories. И потом можно здесь выбирать, что делать, собственно говоря. Ну, наверное, я возьму передых и типа того. Ну, возможно, вскоре что-нибудь придумаю другое. Возможно, возьмусь опять за короткие инди-хорроры по традиции. Так что, такие дела, чуваки. Надеюсь, вам было интересно. Конечно, кто еще не прошел. Ну, может, кто и прошел, тоже смотрел. Не знаю. Мне лично понравилось. Так что в ближайшее время увидим. Сейчас пока майский праздник, кстати, всех с прошедшим 1 мая. Хотя, возможно, даже не с прошедшим, возможно, я успею залить именно на 1 мая. Так что удачи вам от всего остального там. Лягушек, все такое. Я не пью, я дно. Так, все. Хватит о плохом. Всем спасибо, всем удачи. Удачно отдохнуть. Та-дам! Это опять я. Я просто сейчас хотел поделиться. Зашел в папку с игрой, там был такой архив с как бы намекающим названием Super Secret Rare. И как раз таки, если вот эти вот все эти лайк 217, азазал, тут все объединить в одну фразу. И это будет пароль к этому архиву. И в этом архиве, собственно говоря, всякие арты, наброски и даже... геймплейные видео там на ранней стадии разработки и всякое такое. В общем, всякие ништяки, как я и думал. Так что, если, может быть, кто-то проходил, у кого-то осталась игра, может, кто-то до этого не додумался, я, конечно, сомневаюсь, но мало ли. Если интересно, можете сами посмотреть. Все, на этом точно все. Все, всем спасибо, всем удачи. С вами был JS. Точно, теперь точно все. Ага.